Зайде туди легше. Ага. Типа вазелина. Да, да. Хорошая сталь, да? Да. Заточка происходит с помощью наждачной бумаги, которая вырезана в виде круга. Сейчас мы будем насаживать на рукоятку. В результате... Что она, блядь, играет? Не можно снять. Работа практически завершена. Ремонт топора занял более 2 часов. А вот как выглядит то место, где произошел разрыв. Он термически нагревался, стекловолокно в виде такой стружки. Одним словом, дешевые технологии дают соответствующий результат. Ну ничего, колбасу им рубить можно. И не только колбасу, а и кости тоже. Удачи вам! Спасибо, что вы уделили время просмотру этого видео. Надеюсь, оно вам поможет в чем-то.